Ну, сразу извиняюсь за звук. Звук у меня не очень здесь. Сейчас я вам объясню, как подписаться на слет. То есть вот в браузерную строку вы можете английскими буквами, если у вас нету на мой сайт ссылочки, написать nest.ru. Переходим по ссылочке. Вы попали на мой сайт, на главную страницу. Вот вы видите, да? Листаем колесиком мышки, передвигаем вниз, и вы видите вот эту картинку. Слет гаражных умельцев. Нажимаем прямо на картинку, кликаем. Переходим. Вот у вас появилась вот такая картинка. Мотаем вниз, да? Здесь вы можете посмотреть списки. Кто у нас в списках? Это уже люди, которые подали заявочку. То есть мне на сайт. Ну, это для учета. А над этим списком, вот как вы зашли, да, вот сюда, ниже листаем, над этим списком, вот, первый слет гаражников с экскурсионной программы. И вот синенькими буквами написано «Программа тура». Наводим мышку и кликаем левой кнопкой клавиши. Сейчас у меня интернет немножко тормознутый. Вот, вы попали на программку, да? То есть здесь вы можете все прочитать, что касаемо слета. То есть вот прибытие в Брест, ля-ля-ля-ля, Тополя, все это читаете, изучаете. Стоимость тура с проживанием и экскурсионной программы. То есть все у нас включено. То есть здесь вы можете почитать места, как где. Да, вот еще один маленький вопрос. Не вопрос, вернее, а совет. Вот, ребенок до 6 лет без предоставления отдельного спального места. Да, ну, как вы видите, тут гораздо дороже, конечно. Ой, гораздо дешевле. Но кровати там, конечно, не царские. Обычная односпальная кровать на человека. Так что подумайте. Ребенка вы будете с собой ложить. Все-таки 6-летний ребенок это большой. До 3 лет еще можно. То есть, либо возьмете ему как бы отдельное место. Ну, выбор за вами. То есть, и вот, размещение в корпусе Б. Это я вам показывал на видео, можете это посмотреть. Вот тут вот все читаете, вся программка. Все о слете нашем, да? То есть, и вот тут вот для посещения страницы туристической компании переходим по ссылке. Кликаем левой кнопкой мышки на эту ссылку, и вы переходите на сайт туристической компании, которая и помогает мне в организации этого праздника. То есть, зашли на страничку компании, то есть, эта ссылочка вас переводит прямо на эту страничку. И вот как вы видите, вот этот такой вымпел получит каждый участник нашего слета. Ну, конечно, ну, побольше размером будет на лист А4 с веревочкой. Так, вот международный слет гаражных мастеров в городе Брест. Нажимаем на название левой кнопкой мыши. И переходим уже на страничку, где и будет все о нашем слете. То есть, вот вы видите наш логотип, который я вам потом дам. Кто поедет на машинах, на машину прилепите, будете друг друга опознавать. Так. Ну, здесь тоже как бы программа та же самая описана, на всякий случай. И вот вы можете здесь скачать программу тура в PDF-файле, ну, чтобы почитать, да? Так. Все условия здесь описаны. И вот здесь вот для заказа тура по всем возникающим вопросам можете написать на почту. Теперь внимание. Если вы просто кликните, да, то у вас откроется просто белый лист. Вам нужно скопировать. Вот так вот.
левой кнопкой мышкой нажали, вот так выделили, да? Теперь правой кнопкой мыши нажимаем «Копировать». Вы скопировали ссылочку. Теперь открываем почту, какой вы пользуетесь. Может это быть либо Mail.ru, либо любая почта, которой вы пользуетесь. Я больше пользуюсь почтой Яндекс. Вот, открываем почту Яндекс, да, и вам нужно что-то написать. Нажимаете «Написать». И вот эту ссылку, которую вы скопировали, вставляете вот сюда. То есть тема заключения договора. Ой-ой-ой. Заключение договора. И вот здесь пишите. Я такой-то, 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 да? Например, Вася, там, Пупкин, ля-ля-ля-ля, да? Город, паспортные данные, там что писать, там все есть, читайте внимательно. И отправляете. Нажали кнопочку «Отправить», и письмо у вас отправляется к Максиму на фирму, на его электронную почту. Прочитав на электронной почте ваше письмо, Максим составляет договор и отсылает вам копию договора подписанную. Вам следует подписать эту копию договора, да, которую в электронном виде, потом вы ее распечатаете, сохраните как документ, распечатаете где-нибудь в конторе, может, у себя в бухгалтерии или еще где-то, и подпишите ее живой подписью. Сделайте с нее скан-копию. На флешку, допустим, скачайте ее и скан-копию отправите Максиму. Когда вам придет договор, в договоре будут указаны все реквизиты платежные банка. То есть в русских рублях, белорусских рублях и долларах. Ну и евро. То есть вы оплачиваете, Максим, ну вы уже заранее напишите Максиму, да, когда будете отправлять, какой номер вы хотите, с каким проживанием. Он составит договор, пришлет вам ценник. Вы оплачиваете этот ценник и... Вот здесь вот это все написано. Порядок оформления тура, да? И потом скан-копию высылаете подписанную Максиму. То есть, и получается, что вы уже оформили тур. У каждого участника тура будет фирменный бейджик, который будет выдаваться по приезду. Тех людей, кто на поезде приедет, их встретит автобус. Автобус будет подходить к каждому поезду. Поездов тут 4 или 5, там неважно. Но встретят всех, не переживайте. Автобус будет стоять на привокзальной площади. Я это сниму на видео, как туда пройти, чтобы вы не потерялись, да? И на автобусе будет логотип. А возможно, мы встретим вас прямо у поезда. Смотрите табличку с нашим логотипом. Табличка с нашим логотипом вы увидите у человека, встречающего вас. И проводит вас до автобуса. На автобусе вы проследуете на базу, где вам помогут разместиться. И вечером я вас жду на шашлычок, балычок. Все будет классно. Слет сделан очень организованно, так что просьба и вас поторопиться, забронировать места. Для чего? Как бы до конца марта мы это должны все сделать, да? Для чего? Для того, чтобы я смог дальнейшие действия производить, потому что я хочу сделать программу очень интересной, будут проводиться конкурсы. Для того, чтобы провести побольше конкурсов, нужно побольше спонсоров, которые и предоставят нам призы. То есть очень много будет интересного. Так что торопитесь, собирайтесь.
чемоданы все и welcome to Belarus. И сейчас после этого видео я вам включу, как я сегодня был у Максима, как мы общались. То есть, и я надеюсь, в скором будущем вы оформите все-таки заявочку, и мы с вами встретимся с 5 по 8 августа. Ну, 9-го, когда кто разъедется, а кто-то, может быть, в парк поедет. Может быть, кто-то соберется вместе, закажет автобус там и дальше поедут, допустим, Хатынь, Мирской замок. Много мест, которые можно посмотреть. Ну, я с вами прощаюсь, смотрите дальше видео. Жду. До новых встреч. Ждите следующих видео. Так, значит, порядок действует, чтобы заказать тур. То есть, что первым делом мы делаем? Значит, порядок заказа тура будет таков. Надо на электронный адрес будет выслать паспортные данные. На основании этих паспортных данных мы выписываем вам договорчик. И высылаем банковские реквизиты для оплаты поездки в Беларуси. На основании этого договора и банковских реквизитов вы идете в банк и оплачиваете стоимость тура. После оплаты надо будет, чтобы вы обратно выслали нам на электронную почту подписанный договор и копию платежки. Этого будет достаточно. Останется собрать чемодан. Да. Так. И главное, не забывайте про страховочку. Сделайте себе страховочку медицинскую обязательно на 15 дней на время тура. Ребенку из России, из Казахстана достаточно свидетельства о рождении. Ребенку с других стран нужен паспорт. Обязательно всем нужен загранпаспорт. Взрослый обычный паспорт. Ну, в зависимости от того, какая страна. Ну да, вот с Украины обычный паспорт. Ну, в общем, нужен паспорт. Да. Ребенку нужен паспорт. Это зайдите в паспортный и просто скажите, вот мне нужен ребенку паспорт на выезд в Белоруссию. То есть вам там все объяснят, это займет какое-то время, пусть месяц. Заранее если пошевелитесь, то у вас проблем с этим не будет. Электронный адрес я выложу и на сайте, и здесь под видео я напишу, на который сделать заказ. То есть все это будет видно. Или и сделаю еще, может быть, небольшой видеоурок с экрана сниму, как вам поступить, как заказать. Вот так. Данные уже просчитаны, точные данные меняться не будут, так что смотрите на сайте, расценки все уже идут точные. Ну, в принципе-то, вот и все, заказывайте билеты, чемоданы собирайте. Да. Welcome to Belarus!